Добрый день, командир. Время самолетов от Wargaming с 4 по 7 ноября проходит игровое событие «Личный сочет». И в этот раз разработчики не вынуждают нас летать на самолетах определенных уровней или классов, а в остальном, как и ранее, за выполнение несложных боевых задач у нас будет возможность получить знакомые всем награды. В том числе есть вероятность получить игровое золото, премиум аккаунт и свободный опыт. Игровое золото и свободный опыт оценят в том числе и командиры миротанков, а премиум аккаунт пригодится всем командирам вселенной Wargaming. И в этот раз будет несколько нетрадиционная боевая задача на получение двух уникальных трофеев. Боевая задача «Личный зачет», часть 3, потребует от нас принять участие в захвате 30 секторов за любое количество боев на любимых самолетах без каких-либо ограничений. Думаю, многим из нас для выполнения этой задачи будет достаточно и 6 боев. Награда – 2 уникальных трофея. И будем надеяться, что в этот раз из уникальных трофеев нам выпадет максимально возможный приз, а это до 10 тысяч золота, до 25 тысяч свободного опыта и до 7 дней общего премиум аккаунта из каждого уникального трофея. А также премиум самолеты, желательно уровнем повыше. Кто-то будет рад новому премиум самолету, а кто-то компенсации в золоте при наличии этого самолета на аккаунте. Перечень премиум самолетов, которые выпадают из уникальных трофеев и их стоимость, перед вами сейчас на экране. Остальные боевые задачи, акции и скидки будут интересны исключительно пилотам. Список всех боевых задач и наград перед вами сейчас на экране. Кроме того, напоминаю, что еженедельно на постоянной основе у нас есть альтернативный вариант получения одного уникального трофея, а именно за выполнение ежедневных боевых задач 7 дней подряд с понедельника по воскресенье. Причем пропущенную ежедневную задачу можно закрыть за 2 жетона. Надеюсь, информация будет вам полезна. До новых встреч на нашем канале.